Благоустройство, озеленение, строительство – это те приоритетные направления, на которые из года в год делает акцент руководство Бреста. В этот же перечень, безусловно, можно отнести и ремонт дорожного полотна, а также обновление или вовсе замена тротуаров. Так, на улице Дубровской и Белорусской работники дорожной эксплуатационной службы еще летом заменили дорожное полотно, а сегодня приступили к укладке нового тротуара. В текущем году особое внимание было уделено микрорайону Дубровка. Кроме того, было отремонтировано три дворовых территории. Частично произведена замена асфальтобетона на улице Сосновой и на улице Белорусской. Замена асфальтобетона на участке от церкви и до улицы Пущанской. Кроме того, сейчас уже находится на завершающем этапе работы по устройству тротуаров по улице Белорусской. Данный участок для укладки нового тротуара выбран не случайно. Во-первых, с одной стороны от дороги пешеходная дорожка вовсе отсутствовала, а по другую сторону дороги он был. Вот только состояние его стало не только непригодным для передвижения брещан, но и небезопасным. Тротуар, он уже больше 50 лет ему было. То есть это уже полный был физический износ покрытия тротуара. Поэтому, конечно, требовалась замена. Кроме того, по другой стороне улицы тротуар, он отсутствовал вообще. То есть тоже произведено устройство нового тротуара. С той стороны, где росли тополя, если вы видите, тополя снесли уже, которые действительно могли привести к разрушению тротуара. Будут высажены новые деревья, ну, в большем отдалении от тротуара, которые не должны повредить. Тротуар по одну сторону от дороги на улице Белорусской уже уложен полностью. Это значит, что жители данного района не только уже могут наслаждаться новой и комфортной пешеходной дорожкой. Брещанин Василий живет в частном секторе, который находится в микрорайоне Дубровки. Мужчина каждый день ездит на велосипеде, а потому уже успел оценить новое покрытие. Раньше были тротуары с рук вон. Вот. Не то велосипедом, но и пешком плохо было. А сейчас вот комфортно ли вам по новым тротуарам? Ну, конечно. Посмотрите сами. Если везде так было, то пятерку поставить можно. Брусчатка еще пленными выстроена, когда-то говорили. Потом было типа с кирпича. Но это ближе к Дубровке. Хорошо, улица хорошая. Хорошо, что пройтись можно. Брестская ДЭП совместно с руководством города поставили перед собой задачу привести все тротуары города в безупречное состояние. Ведь качественные и безопасные тротуары способствуют развитию городской инфраструктуры и повышению качества жизни горожан. Потому план на 2024 год не маленький.